Всем привет, всем добрый день. Смотрите, какая у нас погода в декабре. Вот такие листочки валяются. Вот такая погода, прям, понимаете? Птички поют. Так, ребятки, на минуточку. Сегодня 10 декабря. Погода плюс 19 где-то, вот. Ну, я одела кофту, но чувствую... Она лишняя. Я просто думала, может, ветер будет. Вот розочки цветут. Вот такая погода в ноябре, когда, блин, у меня вся лента в Инстаграме везде. Просто Новый год, Новый год, Новый год. У всех новогоднее настроение. Блин. А тут цветочки цветут. Вот, видите? Вот такой. Вот такая погода, вот такое настроение. В общем, сами понимаете. Вот, знаете, не могу снимать спокойно, так чтобы встать спокойно, снять. У меня все на лету. Такие желтенькие цветочки. Тут, видите, прям осень такая. Листья опали. Никто это не убирает. Вот, но без кофты все-таки... Ой, без кофты было бы прохладно, между прочим. Лучше с кофтой. Обычно пришла я на свое место. Любимое. Туннели видны, трасса видна, вон там люди сидят на пикнике. Там, правда, этот столик, доска для шахмат, но так тоже можно использовать. Вот, и я пришла здесь посидеть, почему бы и нет. Погодка прекрасная. Пойду на лавочку, видите, дерево уже полностью осыпало свои листья, чуть-чуть осталось. Можно спокойно посидеть. Видишь, некоторые деревья зеленые-зеленые, а некоторые опали уже, как вот это. Почему бы это так? Ну, я уже, наверное, часа пол сижу. Тут он пришли, люди тоже сидят на пикнике, там сидят. Прикольно так отдыхают все. И там город. Так, ребята, кстати, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Почему-то перестали писать комментарии. Не знаю почему. Вот, так что не переставайте писать комментарии, подписываться на канал. Вот. Смотрят. Как, кстати, знаете, как я отношусь к тому, что ну, уже больше и больше людей, ну, уже, наверное, все знают о том, что я снимаю видео на YouTube, там на работе, да, мои друзья, знакомые. Вот, но я не могу к этому как-то привыкнуть, что вот нас смотрят, я не люблю говорить на эту тему. Вот я выставляю в YouTube и все, и забываю про это видео, про то, что я как бы выставила. Ну, забываю, как бы, знаете, и не люблю потом это обсуждать. Единственное, что, ну, с мамой там я могу еще это обсудить. Или поговорить на эту тему. А когда начинают, ну, чужие люди говорить, то я как бы стесняюсь, что вообще меня смотрят, а очень, ну, кажется, какой-то зашквар. Такая у меня самокритика. Так, знаете, ребят, еще хотела насчет того говорить, это что смотрят все меня. И как вы знаете, там пытаются где-то что-то посмотреть, подловить, где-то там, ну, я же рассказываю вам все свои эмоции, все, что происходит на работе, там, вот, как бы делюсь этим. И знаете, коллеги там где-то пытаются что-то подловить, что-то сказать. Знаете, прекрасное во мне качество есть, потому что, ну, я не говорю за глаза то, чего бы я не сказала в глаза, понимаете? Ну, я не люблю эти разговоры за спиной, но не для меня это. Поэтому, как бы, все, что я говорю, это и так всем понятно. Вот. И так об этом. Я прямо говорю об этом человеку. Поэтому, не знаю. Ну, как знаете, все равно прикольно. Я и там слышу, что там где-то кто-то смотрит, там смотрит. Там смотрит, случайно натыкается где-то. Ну, знаете, как бы, в Израиле так-то не так уж и много именно таких, как я.
типа блогеров русскоговорящих, поэтому все друг друга знают, и все знают, кто, ну, как бы, ну, можно перечислить на пальцы, как бы сказать, там, человек 10 таких, у которых есть там аудитория большая, остальные все знаете, просто если ты какой-то темой интересуешься, то в любом случае попадет какое-то из моих видео, либо магазин, либо рыбалка, либо какой-то город, ну, как бы в таком плане. Кто-то как-то наткнется. Поэтому я особо ничего не скрываю, уже я привыкла к этому, что смотрит. И где-то что-то там говорю, на кого-то обижена, где-то я выплескиваю эти эмоции через видео. Но для меня это нормально, в общем. Кто-то пытается как-то подловить, типа что сказать, вот я там говорю такое в этом видео про того-то, того-то, послушай, зайди, и толку, что послушай, зайди, что изменится, что ты послушаешь, и что-то новое для себя откроешь, то, что я тебе не сказала так, ой, честно, я уже привыкла к этому. Заезжали еще с Мариком в магаз, покажу вам, что я там купила, вот. Уже такое настроение. Ханука скоро, праздник. Вот. Такой. Поэтому тоже такое праздничное настроение. И в Израиле. Ну, только не новогоднее. Все-таки всем привет. Приехали мы с Мариком в Ошер. Надо купить что-то. Вот это сделали новый вон Кнеса. Вот здесь вход. Не знаю, почему здесь. Ну, новое. Мне там нравится этот магазин. Тут всякого такого барахла полно. Марик, он идет и разговаривает. Наполеон. Идемте. Посмотрим, что тут продают. О, на Хануку уже готовилась. Ваша. Видите, какой спешительный. Да, тут готовится уже полным входом к Хануке. Класс. Ого, 1000 шекелей стоит гриль какой-то, 800 шекелей, 500 шекелей, дычек, как обычно водка сразу же, так, мне кажется, тут много чего интересного будет, детская, это детский праздник, праздник будет Ханука. 18 декабря вроде бы он начинается, поэтому очень много сладостей, очень много для детей всего. Что это такое? Вот, конфетки. Все, в общем. Все, что хочешь. Я даже не знаю, что это такое. Такие штучки. Шоколад, шоколад. Это невкусный шоколад. Шоколадная паста. Все есть вообще. Просто. Я люблю этот супермаркет. За то, что тут все есть. О, чай. 40 за 2. Как раз то, что нам нужно сейчас купить чаек. Что тут еще? Вот это капучино какое-то. А, это печенье, наверное, блин. Я думала, капучино. Уже фрукты. Смотрите, видите, лизан клубнички сейчас начался. Хотите такую клубничку? 12 шекелей стоит. Пахнет, конечно, прикольно. Сейчас с Мариком покупаем. Мне нужно молочные продукты. И что-то еще. Яйца нужны. Вот яйца. Смотрите, мои покупки. Яблоки вот такие были. 9 шекелей стоили. Вот такой я взяла пакет орехов кешью. Ведь на 48.85. Вот потом такой фейри был литровый за 10 шекелей, поэтому я его взяла. Яйца, сметана, это типа маргарин, но ну на эти на рогалики я взяла, на пальчики. Вот такой инжир я захотела, взяла муку, такой себе этот запах для белья. Молоко, чечевица. Вот, взяла еще цветную капусту. И взяла такую капусту, а типа этот айсберг салата.
Вот, самое главное, еще взяла вот такие пончики. Скоро Ханука начинается, поэтому пончики уже начали продавать. Всего у меня получилось это все на 200 шекелей. 200 шекелей. Вот это вся покупка. Даже 190, не 200. Вот. Вот так. 190 шекелей делите на 3,50, на 3,40 получите доллар. Умножьте на 10 и получите гривны.